что я пришла на собрание. А это вам сейчас навешивают лапшу на уши. Вот этот человек пытается сорвать собрание. Да, сними, сними. Для чего он это делает, непонятно. А я объясню, для чего я делаю. В течение года вы не сделали в нашем доме ничего. Вы на улице не сделали ничего, кроме фотографий и ля-ля-ля. Больше ничего. А что вы представляете администрацию, вы представляете совет, вы представляете управляющий микрорайоном. Покажите свидетельство или документы о том, что вы назначены управляющим, чьим распоряжением, чьим приказом и все остальное. От вас никакого толку нет. Никакого. Вы ничего не сделали. Вы высказали все. Фотографии снимите, вот эту мусорку. Пройдите по подъездам, почему у нас не убирается. Почему у нас не убирается вокруг дома? Почему дом не обслуживается? И кто за это будет отвечать? Провокатора нашел. Ну, получается, что так. Какой? Вы меня знаете? Я провокатор? Я что-то неправильно сказал? Правильно. Так вот и требуйте с него. Правильно. Требуйте вот с него. Он получает за это деньги. Вот. Если я провокатор, он получает 35 тысяч. Их 20 человек. Ежемесячно на них тратится. Не одна сотня тысяч рублей. Я получаю 25 тысяч, нас 33 человека. Не знаю, сколько вы получаете, но вы получаете деньги. Вы считаете чужие деньги? Я не считаю, я считаю свои деньги. Вы живете и существуете на наши деньги, которые выделяются на жилищно-коммунальное хозяйство. Так. Вы к этому относитесь? Вы мешаете сейчас проводить собрание. Если вы хотите слушать этот бред, слушайте. Уходите тогда, не мешайте. Что значит уходите? Это да не мешайте, отсюда. Не срывайте. А что-то я должен Ну зачем вы срываете? Они меня выбирали старшим домом. Тебя выбирали. Кто выбирал? Меня кто назначили. Выбирал? Кто назначил? Назначил глава района Маргун. Ну значит назначил. Иди к нему. Я работу свою делаю. Ты не делаешь свою работу. Ты живешь за счет нашего хребта. Ну это вы так считаете. Это я не считаю. Пожалуйста, если вы считаете, что он что-то делает, слушайте его бредни. Он вам будет, наверное, рассказывать здесь сказок миллионов. Поэтому у меня уже сил никаких нет. Мы решали на прошлом собрании. За что вы расписываете, что детскую площадку будем делать здесь мы? Так или нет? Вот 28. Но собрание еще не началось. 26, 22, 24 и все остальное. Решили, что здесь будем делать. Нет, он третий раз приходит, то туда собрал нас. Где документ о том, что решение принято такого-то числа? Покажите, мы распишем.